кубок Ликурга появился в 4 веке нашей эры. Представляет собой великую загадку древнего мира, ведь сделана она при помощи нанотехнологий. Кубок создан в форме колокола и выполнен из толстого стекла с удаленной внешней поверхностью. В результате такого изящного решения на поверхности формируется будто бы висящий над внутренним слоем барельеф. При обычном освещении кубок зеленого цвета, а если его осветить изнутри, он становится красным. Меняет диатрета цвет и в зависимости от того, какая жидкость в нее налита. К примеру, кубок светился голубым, когда в него наливали воду, но заполненный маслом становился ярко-красным. На миллион частиц стекла мастера добавляли 330 частиц серебра и 40 частиц золота, каждый размером 70 нанометров. Получившийся золото – серебряный коллоид и обладал свойством менять цвет в зависимости от освещения. Сама технология дихроического стекла разработана была в конце 20 века.